Именем народа Франции и Парижского военного трибунала подсудимый Альфред Дрейфус признан виновным в государственной измене! На примере дела Дрейфуса весь мир увидит, как мы поступаем с предателями. Как глава секретной службы, вы лично ведете это дело? Если мы узнаем, что Дрейфус невиновен, действовать нужно будет быстро, чтобы спасти армию. Ты должна уехать из Парижа. А ты? Я имею честь представить вам мсье Эмиля Золя. Кто-то должен рассказать всю историю. Я обвиняю генерала Мерсье в причастности к одному из самых несправедливых приговоров нашего времени. Я обвиняю генерала Белье в том, что, имея доказательства невиновности Дрейфуса, он скрыл их. Я обвиняю экспертов по почерку в подлоге документов. Предатель! Общество, которое позволяет подобное, обречено на гибель. Офицер и шпион.